уважаемые зрители! Я рада вас приветствовать на шоу «Крот Фактор». А сейчас встречайте первый претендент на чемпионство NSW. Рамон! Здравствуйте, уважаемые зрители NSW! Сегодня мы представляем вам новый формат видео с шоу Cross Factor, которое состоялось 10 октября. Надеюсь, вам понравится. Сегодня вас ждет сразу два матча. С вами, как обычно, дуэт комментаторов. Я Фадеев Руслан и мой коллега Джеки Такер. Всем привет! Ну а на ринг уже поднялся первый претендент на главный титул NSW Робу. К сожалению, у меня есть для вас плохие новости. После прошлого шоу я долго думал над этим и решил, я хочу отказаться от претендентства. Я понял, что шаман для меня преграда, которую я не могу преодолеть. Даже если бы у меня был этот матч, я думаю, что я после него закончил бы карьеру. Но я хочу продолжать выступать, поэтому это решение 100%. Да уж, неожиданное и очень тяжелое решение Робу, но его, в принципе, можно понять. Мы все знаем, на что способен шаман. А вот Виктор Хакалин, похоже, недоволен сложившейся ситуацией. Да, Виктор, да. Ир, пошел нахуй. Так, погоди. Давай немножечко выдохнем. Ты... Спасибо. И ты... И ты уверен в своем решении? Да, я же сказал, на 100%. Подожди. Давай так. От претендентства не отказываются. Ты это понимаешь, да? Понимаю. И ты отказываешься? Да. Так. Подожди. Ну, в чем проблема? Ты же уже через столько прошел, достиг таких вершин. Ты пробился через Донского. Ты пробился через Акилу, ты пробился через них всех. Сейчас-то почему? Сейчас в чем проблема? Шаман, я не могу его преодолеть. Почему? Вот просто и все. Что я... Он меня уничтожил на новогоднем шторме. Он уничтожил Неда, сам Ди. Он всех побеждает. Я не хочу рисковать своим здоровьем. Сложная ситуация складывается у нас вокруг претендентства за главный титул. И на арене появляется Дмитрий Донской, который также принимал участие в том четырехстороннем матче, в котором Робу и одержал победу. Раз такая ситуация, то получается, нам нужен новый претендент, да? И я считаю, что на эту роль нет лучше человека, чем... Слушай, по-моему, Дмитрий Донской — это не единственный человек, который не против заменить Робу, да? Мы видим Акелу,
Да, Руслан также принимал участие в том матче и был очень близок к победе. Дима, ты хотел сказать, что на эту роль не лучше человека, чем Руслан Акела Ангела! Ведь я обладатель самого долгого тайтла рейна. Я единственный человек в этом промоушене, который никогда не боялся шамана или вообще кого-либо. Руслан, я не сомневаюсь, что ты не боишься шамана, либо кого-либо. Но есть, знаешь, какая проблема. Ты ни разу не побеждал шамана. А я это делал не единожды. Более того, ты даже ни разу не побеждал меня. Следи за языком. Следи за языком. Ты считаешь, что пришло время вернуться к Келли на прежний уровень, да? Да, я так считаю. Все так считают! Руслан, я считаю, что твое время ушло. Присел? Я думаю, это отличная мысль! Знаете что? Я назначаю матч на сегодня! Руслан Акела Ангелов против Дмитрия Донского за звание претендента на чемпионство NSW! Как вам? Ну что ж, этот матч мы увидим чуть позже, а прямо сейчас, после небольшого перерыва, вас ждет командный поединок. Ожидает командный матч 2-2. Итак, поприветствуйте первую команду. Марс, Старкад и Фенрир! Да, друзья, уже 22 ноября пройдет главное шоу года от NSW «Ультиматум». Такое я пропускать не советую. Билеты уже в продаже. А наш выпуск двигается дальше. Мы подобрались к первому матчу. Это командный поединок Фенрир и Марс Старкад. Неплохая команда, достаточно перспективная, как по мне. Я думаю, что у этих ребят получится сегодня показать хороший рестлинг. Да, для меня это, можно сказать, ностальгический момент, потому что больше 2 лет мы уже не видели, как эти ребята взаимодействуют в команде, а у них, между тем, очень неплохая химия между собой, и сегодня они будут противостоять, похоже, уже прямо сейчас команде Эдуарда Репина и Энвила. Они нападают сзади, но что-то у них ничего не выходит. Да, это один из самых неудачных, одно из самых неудачных нападений со спины, которое я когда-либо видел. Я отметил химию, которая присутствует в команде Фенрира и Марса, и вот этой самой химии, мне кажется, очень сильно недостает Энвилу и Эдуарду Репину, потому что у них, в принципе, нет какой-то пока согласованности, нет видения того, чего они хотят добиться. Собственно, Энвил даже не признает то, что они работают в команде. Это инициатива Репина, в первую очередь, объединиться с ним. И я даже не знаю, что ожидает их сегодня на ринге NSW. Мы прямо сейчас это и узнаем. Давай наслаждаться рестлингом. Марс Старкад начинает поединок в фирменной для себя манере. Чейн рестлинг, он в этом силен. Он в этом как рыба в воде. И посмотрим, что удастся сделать Энвилу, чтобы освободиться из этого захвата. Так, удается. Запуск, ключевой блок от Марса.
Да, Марс подкован не только в технике, но он и просто банально достаточно сильный рестлер. И может в этом плане также навязать свою борьбу. Какой бросок интересный в его исполнении. И продолжает заламывать руку оппонента. Пока что инициатива у Марса Старкада, в принципе, начало поединка за ним и его командным партнером. Даже нападение со спины особо ничего не поменяло. По-прежнему Марс и Фенрир смотрятся, ну, поувереннее, чем их соперники. Ну, возможно, сейчас все поменяется. Так, Эдуард принял тег или нет? Немножечко такой грязный прием от этих ребят, но Марс продолжает уверенно доминировать. Он сегодня вообще так внушает в плане своей уверенности. Все делает очень четко и хладнокровно. Так, и посмотри, что он делает. Просто выламывает руку своего соперника. Тут же выход на удержание. Ну, тут, по-моему, только один был. Там судье немного досталось. Ну, это рестлинг, он должен быть к этому готов. Еще одно удержание, уже два. Безумно интересно наблюдать за каждым действием Марса. Он вот как будто из любой ситуации пытается найти какой-то выход на удержание или болевой. Использует любой момент. Энвилу нужно отдышаться немножечко за рингом. И он пользуется этим, чтобы все-таки перехватить инициативу у Старкада. Да, немного отвлек внимание Марса и тут же атаковал его. Такой хитрый ход был. Ну, Энвил достаточно умный парень. Он не только хорошо подготовлен в физическом плане, ну и как бы смекалки ему тоже не занимать. Он себя называет будущим лицом компании или даже действующим. Как он себя называет, Руслан? По-моему, речь шла именно про будущее. Ну вот, ты назвал его достаточно умным и смекалистым, но я бы сказал, что он еще слишком самоуверен все-таки. Он считает, что ему не нужна помощь Эдуарда Репина, что он может справляться и один. И, ну вот, все-таки мы видим, что в этом командном матче он доверяет своему командному партнеру, передает ему тег. И Репин вступает в этот матч. Да, если бы Энвил был слишком самоуверен, он бы, наверное, не передал тег. Все-таки голос разума в нем проснулся. И, ну, правда, ненадолго снова Энвил вступает в бой. Серия ключевых блоков. А Фенрира, кстати, не видел активным участником этого поединка. Да, пока еще не довелось ему выйти. А вот Репин и Энвил демонстрируют все-таки какую-никакую командную работу. И забивают сейчас Марса в углу ринга. Так, удар со спины. Продолжают атаковать оба участника противоположной команды Марса Старкада. Так, удар в корпус, блокирует Марс. И ты посмотри, что он делает. Тоже отлично. Бросил своего соперника. Все, наконец-то выходит волк внутрь четырехугольника. Да, Фенрир свеженький заряжает серию атак по Эдуарду Репину. Удар с разворота не проходит. Ответка от Репина. Так, разбег. Контратака от Фенрира. И что это такое? Издевается над своим соперником. Отжимается с помощью Эдуарда Репина, и Фенрир готов продолжать, готов биться. Чем же ответит Эдуард на такое вот издевательство? Ну, отвечать будет уже Энвил, но у него как-то ничего не получается. Фенрир буквально ускользает от его атак. Так, Фенрир проводит комбинацию ударов локтями. Энвил как неожиданно вышел на эту харикан-рану. И тут же дабл-футстомп добавляет Фенрир. Ничего себе, как быстро меняется действие на ринге. Итак, передача тега Марсу. Так, похоже, мы сейчас увидим командную работу. И посмотрим, что они творят. Отличное взаимодействие. Вот та химия, о которой я говорил. Очень технично сегодня работают Фенрир и Марс. Так, Энвил решил так перекрутить своего соперника. Элемент неожиданности, но
не сработало. Уворачивается Федер. Ринцигири точно в цель. Зрители поддерживают Фенрира. Жесткий удар по затылку получает Энвил. Так, что такое? Что происходит? Встреча лицом к лицу. Кто кого переглядит. Ментально Фенрир победил своего соперника. Репинг вот-то ушел. Но Фенриру не удалось ничего провести с канатов. Тут как тут подоспел Энвил. И заметьте, какой юркий сегодня Репин. Просто одна нога здесь, другая там. Ну, Фенрир встречает его гарпуном. Отлично. Очень неожиданно для соперника. Да, перекрутился в воздухе. Так, кто же в итоге нанесет этот сокрушительный удар? Инцигири получает теперь Энвил. И Фенрир, что он делает? Ты посмотри, с помощью канатов прыгал. Правда, мимо. Встречный удар прямо в лицо. Ответочка от Фенрира, и пошел размен ударами. Кто окажется сильнее в этом противостоянии? Я напомню, что именно на Фенрира в первую очередь обозлился Энвил из-за его возвращения в промоушен. Так, похоже, Фенрир проиграл это противостояние. Или нет, контратака. Так, размах, ох, жесткий панч справа и прямо в лицо Энвилу. И Волк принимает правильное решение о передаче тега. Все-таки нужно грамотно рассчитывать свои силы и пользоваться преимуществом то, что за твоими плечами стоит напарник, вместе с которым вы банально сильнее. Да, сейчас будет не сладко. И тому, и другому. О, ты посмотри, что они делают. Как голова-то еще на месте. С двух сторон получил по голове Эдуард Репин. Я думаю, он больше активного участия в этом матче не примет. Но тут же сзади атака от Энвила. Обратная Харриканрана, ничего себе. Но тут Марс бросает Энвила отличным броском. Вовремя укатился Энвил за пределы ринга. И драка уже перенеслась именно туда. Марс Таркат, жесткие удары по телу Энвила. Что он собирается делать? Вообще, по-хорошему, нужно вернуть соперника внутрь, я думаю, и закончить то, что они начали. Но отвлекается Марс на Эдуарда Репина. Я думаю, это не очень хорошее решение было. Уже в который раз Репин и Энвил по ходу этого матча нападают вот двое на одного, просто как шакалы на своего соперника. И чаще достается вот как раз именно Марсу. Ну, это же командный поединок. Это определенная стратегия на матч. Почему бы и нет, если правила это не запрещают. Это умное использование своих сил и возможностей. Борьба за рингом продолжается. Где же Фенрир? Где он потерялся? Это хороший вопрос. Давненько его что-то нет. Бьют его командного партнера, а он вообще непонятно где. А, вот он, ты посмотри, что он делает. Прилетает прямо с канатов за ринг. Да, отличный полет выдался у Фенрира. И сейчас, по-моему, самое время закатить легального участника этого поединка и закончить этот матч. Мне кажется, все шансы на победу у Фенрира и Марса Старкада вот прям сейчас на руках у них. Да, Фенрир выбил страйк, но для победы нужно все-таки удержать оппонента. Так. О, ты посмотри, Эдуард Репин опять отвлек на себя внимание Фенрира. Он уже готов был заканчивать с Энвилом, но нет. Опять хитрые приемчики от этих ребят. И какой интересный DDT в исполнении Энвила. И это конец. Воу! Неожиданно. Победители матча. Энвил и Эдуард Репин. Я здесь главный. Я здесь главный. Пошел. Валенцы.
Ну что ж, поздравляем Энвелла и Эдуарда Репина с победой в этом командном матче. Но каково будущее у этой команды, если так их можно назвать, пока ничего не понятно. Энвелл по-прежнему считает себя главным и считает, что он не нуждается ни в чьей поддержке. Итак, следующий матч является реваншем с шоу «Слава и Гвайленс 2». Поприветствуйте первого участника, представитель ОБК, Сергей Стафиулин! Наше шоу продолжается, и на очереди у нас одиночный поединок. Сергей Сафиулин встречается сегодня в матче против профессора хардкора Александра Набиева. Это мейн-ивент нового формата нашего, да? Ну, можно сказать и так. А я бы отметил то, что Сергей сегодня вышел без пива. Он оставил его возле ринг-анонсера, и сегодня он выглядит как-то более серьезным, чем обычно. Может, он его уже влил внутрь перед матчем. Это тоже исключать не стоит. Но традиционная боевая стойка от Сергея. И мы готовы к матчу. И его оппонент. Профессор хардкора Александр Набиев. Ну и Александр Набиев просто врывается на ринг и начинает избивать своего соперника. По-моему, Александр не очень доволен тем, что его соперником является Сафиулин. Такое ощущение, что он хотел за несколько секунд с ним справиться. Но, насколько я знаю, у них уже произошел очень жесткий бой, да, в рамках другого промоушена, и можно считать, что этот поединок — это продолжение этого матча. Да, в сентябре проходило шоу Slavonic Violence 2 в городе Череповец, и там они встречались в четвертьфинале этого турнира. Александр Набиев был тогда сильнее, но тогда все-таки матч проходил по экстремальным правилам, это стихия Набиева. Сейчас же матч по правилам обычным, но пока что он просто не оставляет никаких шансов своему сопернику. Elbow drop! Очень жестко прилетает локтем по своему сопернику Александр Набиев. Я видел фотографии того матча. Ну, так жестко, наверное, Сергея Сафиулина еще никто не сбивал. Там была полная жесть. Кровищи было много, вот, но, как ты уже сказал, действительно, это была стихия Набиева, там, наверное, у Сергея Сафиулина вообще шансов никаких не было, здесь их, наверное, немного побольше. Но пока что Набиев выглядит очень уверенно, он вышел на ринг просто каким-то мега заряженным, и у меня даже есть мысли, почему он сегодня такой взбешенный. Мне кажется, моя мысль совпадает с твоей, Руслан. Ну, ты, наверное, имеешь в виду Акелу, да? Да, конечно. Каждый раз, когда Александр Набиев приезжает в Санкт-Петербург, он жаждет в первую очередь поквитаться именно с Акелой, а мы знаем, что Акела сегодня здесь. Да. Я думаю, Акеле стоит так поглядывать по сторонам. Ух, какой мощный СТО в исполнении Набиева. Да, удержание. Один, два, три. Могло быть три, но... Но Набиев не хочет заканчивать этот поединок. Он хочет еще поразвлекаться с Сафиулиным. Очень мощный бросок и... заламывает в болевой захват сейчас своего соперника. И похоже, что это конец для Сергея Сафиулина. Победитель матча Александр Набиев.
Ну что ж, судья, я думаю, правильно останавливает этот поединок. Отключился, похоже, Сергей Сафиулин. Ну, полная победа Александра Набиева. Да, давненько я не видел такой доминации на ринге NSW. А ты что не видишь? Водонос опущен, сука, на дно. Да пивосос, херосос, какая нахер разница? В общем, насколько я понял, ну так догадываюсь, что сучья Акела пытается улизнуть от матча со мной, правильно, да? Или я что-то не понял? Он там сейчас будет с кем-то дрочиться, да, и потом на ультиматуме хочет, ну не со мной матч, а с кем-нибудь полегче, или как это правильно сказать. В общем, Акела, я не знаю, слышишь ты меня где-нибудь или нет, но я сделаю все возможное, друг, чтобы на ультиматуме были ты и я. Я и ты. Ты, сука, будешь моей жертвой. Набиев! Вот это заявление. Да. Интересно, что на него ответит Акела. Убедительная речь от Александра Набиева. Ну а на сегодня наше шоу подходит к концу. Следующий выпуск вы сможете увидеть уже через неделю. И на этом мы с вами прощаемся, господа. До новых встреч. Пока-пока.